Сегодня на сессии говорили и о возможном повышении зарплаты и пенсии в следующем году. Такую задачу перед Верховным Советом и правительством поставил президент Вадим Красносельский. К вопросу вернуться в январе, когда точно будет известно, сколько денег есть у страны. Вот что об этом сегодня сказал председатель Верховного Совета Александр Коршунов. Есть, конечно же, определенные решения при рассмотрении закона о республиканском бюджете. Связанные они были с тем, чтобы аккумулировать определенные средства, не распределять сегодня их, а аккумулировать для решения той задачи, которую поставил президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Николаевич Красносельский. И в январе, значит, вернуться к рассмотрению вопроса после определения остатков. В зависимости от объема финансовых средств, которые мы сможем саккумулировать, и прогнозов, предоставленных правительством, мы будем понимать объем финансовых ресурсов нашего государства, и в зависимости от этого будем принимать решения по повышению социальных обязательств перед пенсионерами, в общем-то, социально незащищенных слоев населения, это и пособия, и пенсии по инвалидности. И, конечно же, в зависимости от объема будем думать, как нам приподнять фонд оплаты труда для определенных направлений работников бюджетной сферы. В первую очередь, система просвещения и здравоохранения.